«Практическая психология». Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. И сегодня у нас очень интересная тема – ответственные дети взрослых родителей. Эту тему раскрыть я пригласила практического психолога Елену Емельянову. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Вам эта тема геронтологии, психологических, физических и социальных изменений, она близка? Да, я занимаюсь и этой темой тоже. Угу, отлично. Ну, значит, тогда как можно больше информации нам отдайте, да, и если какие-то практические есть моменты, то тоже будем вам очень благодарны. Самый первый вопрос, что у нас считается вообще геронтологией, да, и каких людей мы относим как раз вот к этому возрасту? Угу. Да, ну, вы правильно сказали, что это все-таки о возрасте. Мы будем говорить о возрасте. Если мы посмотрим данные ВОЗ, то это примерно... Возрастные особенности начинаются у нас 45-64 года. Это период у нас зрелости получается. 65-74 года – это у нас период пожилых людей. И 75-90 лет – это у нас период старости. И далее у нас идет уже долголетие. Угу. Вот так. Ну, дай бог, чтобы каждому нам из нас да, добраться до долголетия. Кто-то говорит, старость не радость. Вот Пришвин, например, писал... Неважно, прошло у меня детство, отрочество, юность и вся молодость, все суета, но старость меня радует. Вот, конечно же, это здорово, когда именно таким образом мы воспринимаем этот этап жизни, да, но мы четко понимаем, что все мы пока дети, когда у нас живы родители, но у родителей с возрастом происходят изменения на физическом уровне и на психологическом. Вот раскройте нам вот эти аспекты. Вы сейчас процитировали известного писателя, вы заметите, что это был думающий человек. И я бы хотела обратить внимание именно на когнитивную сферу, то есть на мыслительную сферу. Конечно, у пожилого человека с периодом времени начинает страдать вот именно память, мышление. Почему? Дело в том, что у нас есть три вида памяти. Первая – эдическая, она длится несколько секунд. Угу. Пока человек говорит, все понятно. Только что мы закрыли тему. А что это было? Ничего не ясно. Например, пожилой человек спрашивает, ты что мне говорила? Сходить в магазин? А что купить? Ой, я уже забыл. Угу. Поэтому ему нужно напоминать, записывать. Кратковременная память у нас длится несколько часов. Она формируется в гиппокампе, то есть в таком структуре, в структуре мозга. И для того, чтобы ее перевести в долговременную, она, грубо говоря, должна физически перейти в лобные доли. То есть это, на это примерно уходит, ну, скажем так, если вы повторите материал 30 минут, затем через 2 часа, затем через 8 часов. То есть здесь нужно потрудиться. Угу. Так вот, у пожилого человека страдает кратковременная память. И это проблема адаптации. Вот. К возрасту, они, да? Да, они начинают страдать. Ой, а что-то забыла. Ой, а где мои очки? А ну надо же, угу. Оставила, как говорят, на голове. Угу, да? Угу. Так смешно говорят. Да, спохватились. Ой, а где таблетки? Оказывается, положила под подушку, забыла. Ой, а надо же, нашла тонометр в кровати, а думала, что украла соседка. Угу. Начинает предъявлять жалобы на пропажу денег. Ну, почему-то, например, пропало 1000 рублей, а в кармане почему-то оказалась сдача. Угу. Кто-то положил. Ну, надо же, какие честные воришки оказались. И вот такие вот курьезы встречаются, конечно, постоянно с пожилыми людьми и с людьми в старческом возрасте, если они не тренируют свою когнитивную сферу. Поэтому важно, очень важно читать художественную литературу. Например, от 100 до 150 страниц в день обязательно. И начинать это нужно с молодого возраста, со школьной скамьи. Понимаете? Потому что вот сейчас, да? Например, начни, попробуй заставить читать бабушку. Она скажет, да у меня и глаза-то слабы, чтобы миллион причин. Что-то тебе прочитать. Миллион причин. Ведь дальше еще формируется инфантилизм, то есть и лень включается. А не хочу делать. А зачем мне это надо? Вот. Не хочется. И миллион причин, чтобы себя отговорить. Угу. Неинтересная литература. Сейчас вот современных авторов мелко не написано. Понимают. Конечно. Угу. Конечно. Вот. Ну, если... То есть я правильно вас поняла, да, Елена, что угу. нам вообще к старости надо готовиться с молодости?
Совершенно верно. Чуть не сказала так точно. Угу. Совершенно верно. Итак, угу. Значит, мы услышали, что с вниманием, с памятью становится все сложнее и сложнее, да? Да-да. Но есть профилактика. Вот, пожалуйста, да. Чтение. Дальше, что еще может помочь нам сохранить на хорошем уровне эти качества? Активность, да? Конечно, обязательно занятия физкультурой. Ведь не обязательно нужно заниматься спортом. Это большие физические нагрузки. Но занятия физкультурой, какие-то элементарные упражнения, вот, которые можно даже посмотреть по телевидению, можно посмотреть в интернете, в журналах. Очень простые упражнения можно себе позволить. Прогулки пешеходные. Если кто-то боится, допустим, чтобы подскользнуться, там, возьмите палочку, вот, подстрахуйтесь. Сейчас очень модно ходить с лыжными палками, заниматься скандинавской ходьбой. Вот, поэтому... Я себя так и представляю, старушка такой с палками. Здорово, что у вас есть какое-то поле будущего, видение, да? Да? А потому что у пожилых людей зачастую нет поля будущего, и чем мы с вами занимаемся, простраиваем его, так, у которых уже все, которые не видят, никаких надежд нет. Конечно, в этом возрасте идет снижение доходов, потому что человек вышел на пенсию, и ему не хватает денежек на фитнес-клуб. И если вы заметили, в основном они, конечно, эти фитнес-клубы ориентированы на молодых людей. Вот у нас нету такой пропаганды здорового образа жизни для пожилых людей. А что им делать? Ведь они все-таки еще социально активны, они еще при уме, как говорится. И для того, чтобы сохранить вот эту их жизнестойкость, жизнерадостность, у нас сейчас в городе действует такая услуга. При институтах есть центры дополнительного образования, да, при институтах, институт третьего возраста, да, они обучаются. Да, очень интересно и, по-моему, пользуются популярностью. Да, то есть пожилой человек может прийти и бесплатно обучиться ландшафтному дизайну. То, о чем мечтали, может, всю активную жизнь, но никак не доходили руки, да? Да, это же опять, пожалуйста, работа на огороде, что-то можно придумать, даже бюджетные варианты, что-то посадить, по-другому перекрасить. Копать грядки как-то дизайнерски. Что-то изменить в своей жизни, конечно, да? Потрясающе. Конечно, да, это очень удобно. Курсы компьютерные. Потому что нужно со временем шагать, да? Я знаю такую историю, когда женщина уже в возрасте, которая говорит, да что вы, какой компьютер? Я даже боюсь к нему подходить. Но внучка вынудила бабушку зарегистрировать электронный адрес, потому что уехала сама и говорит, я тебе буду писать письма ежедневно. Ты должна будешь мне читать, и потом будешь отвечать на эти письма. И бабушка очень благодарна была внучке за вот такое развитие. Это здорово, потому что пожалуйста, вы говорите о преемственности поколений, то есть о взаимодействии, об общении, и пожилые люди себя не чувствуют одинокими, потому что у них есть внуки, которые с ними так занимаются. И вот эти внуки, которые так много времени уделяют своим бабушкам и дедушкам, они затем вырастают хорошими людьми. Да, что немаловажно для нашего, да, социума. Потому что они могут их принять, потому что они могут стать в позицию стороннего наблюдателя, то есть чувство сопереживания. У них формируется вот это важное чувство сопереживания на примере взаимодействия с пожилыми людьми. Угу. Ну, какие еще особенности с возрастом мы можем отметить? То есть что еще, вот, кроме внимания, памяти, кроме... Конечно, да. Человек не может себе позволить, например, приобрести новую одежду. Или он худеет, или он полнеет, в зависимости от того, как работает его гормональная система. Это вот мы сейчас говорим про социальные аспекты, мы, да? Мы говорим вместе сейчас и биологически, и социально, в большей степени про социальный аспект. То есть хочется как-то принарядиться. Женщины любят там и губки подкрасить, но надо купить помаду. Меняется кожа, надо изменить какой-то уже стиль. То есть большое внимание хочется уделить внешности. Но где вот у нас эта ниша, которая работает на пожилого человека? Вот эта одежда, также макияж, прически. А чаще всего не так рассуждают. Да о чем вы там? Да, я вот это платьишко вот это сшила себе, я его сейчас до старости буду донашивать. Да? Может быть, они не знают, что это можно как-то осуществить. Просто, наверное, это нужно делать как-то под, скажем там, другим соусом все преподносить. И чтобы это было достаточно. Вот тут, наверное, еще включается как раз наша, как роль как уже взрослых родителей,
такое, детей, да, то есть конечно, мы должны всячески помогать и говорить, что ни в коем случае не будем на этом останавливаться. Важно же себе понравиться в зеркале, особенно когда дама или даже мужчина смотрит на себя в зеркало, ой, кто это, да, то есть он уже начинает пугаться, вот, и поэтому важно, конечно, такой аспект, как внешность. Если в семье дети, такие уже взрослые дети, дарят какой-то комплект крема или предлагают сходить родителям на массаж, на маникюр. Я знаю такие пары, которые вот дети выпрыгнули из гнезда, пожилая пара осталась, они ходят на маникюр, на педикюр, они могут себе это позволить. В кино, пожалуйста, на концерт, наша филармония, 200-300 рублей. Прекрасно, полная заполняемость зала. Значит, оказаться в такой атмосфере, посмотреть танцы, с музыкой, с искусством, да? Да, нарядиться, опять же, сходить в музей. Вот. Дело в том, что это продлевает нашу с вами жизнь, это улучшает качество в этой жизни. Да, да. И главное ведь, что еще? Ведь настроение. У всех понятно, что с годами копятся болячки, болезни копятся, но хорошее настроение как бы придает бодрость духа. Вот. Следующие какие факторы есть? Это биологические. Безусловно, что страдает и гормональная система, скажем таким ненаучным языком, ненаучным, вымываются гормоны. То есть мужчины становятся более сентиментальными, женщины более жестче становятся, командовать начинают. Смена ролей, да, происходит. И все это из-за того, что наши эмоции контролируют гормоны. Конечно, конечно, да. И вот мы уже из белой пушистой бабушки видим, что она может уже сказать какое-то горячее слово, там, да, да, где-то тебя уже... Словцо. Да, крепкое словцо. Где-то тебе уже может указать там место, да. А дед, который всегда был, наоборот, там, да, такой, эх, казак, да, теперь уже все чаще отмалчивается, да, потупляет взгляд. Да, может быть по-разному, да, и вот. Поэтому почему это происходит? Конечно, виной является стресс. Стресс – это неотъемлемая часть жизни любого человека. Без него жить нельзя. Итак, если чуть-чуть, вот коротенечко, чтобы понять, как это работает и что происходит с нашими внутренними Расскажите органами. Расскажите, нам это очень интересно. Стресс был открыт Гансом Силье, это французский ученый, врач, в 1936 году. Он за свое открытие получил Нобелевскую премию. Значит, в первую очередь на стрессоген реагирует у нас какая система? Адреналиновая. То есть адреналин мгновенно там выбрасывается в кровь, сужаются сосуды, и кровь начинает быстрее как бы течь, циркулировать по нашим сосудам, и происходит быстрее обмен веществ. Стресс – это не специфическая реакция организма на любое предъявляемое ему требование. Почему не специфическая? Потому что у нас нет специального органа, у нас вся система, весь организм задействован на отработку этого стресса. Дальше. Адреналиновая система закончила свою работу, она эффективна. Это как, знаете, это как войска, пограничные войска. На нас напали, надо срочно активизироваться. Да, они сообщили в штаб. Далее. Нам нужно придать уверенность, силы, иными словами, энергии, энергичность. Это работают гормоны щитовидной железы. То есть, видите, уже новая железа напряглась. Следующий момент. Мозг питается углеводами. Где их взять? Когда где идет взять? Где взять? Наш умный организм, что предусмотрел? Печень выбрасывает в кровь гликоген. Гликоген, расщепляясь, выделяет глюкозу. Вот эта глюкоза питает наш мозг. Мы начинаем активно думать и соображать, как выйти из стрессовой ситуации. А что делать, если с избытком сахара в крови? Тогда бета-клетки островков Лангенгарса поджелудочной железы начинают активно вырабатывать инсулин, который как раз нейтрализует, иными словами, гасит этот сахар. То есть, посмотрите, уже другая железа напряглась. Далее. Внутренние органы, которые отрабатывают вот этот стресс, они уже начинают уставать. Да, скажем так, образно выражаясь. Сколько да. можно. Но стресс-то не ушел, стресс-фактор не ушел, поэтому кровь от конечностей приливает к этим внутренним органам, их согревает
питает их, то есть жертвует собой, мышцы жертвуют собой для того, чтобы напитать эти органы, придать им силы для того, чтобы они работали, пахали, чтобы для того. И так 70 лет. Вот 100 лет, да. И вот кровь отлила от конечностей, и поэтому во время стресса иногда ощущение ватности ног, такие упадок сил, это ощущает любой человек, и пожилой, и молодой. Состояние усталости. Да, вот. Кровь отливает также и от желудка, для того, потому что там много энергии затрачивается, и иногда пересыхает во рту. И, кстати говоря, вот на работе говорят, вот чаи распивают, вот пошли чаи гонять. А что это такое? У людей стресс, они пошли вот эту всю информацию переваривать, укладывать по полочкам, хотя поэтому надо за чаем, да? Да, потому что даже иногда мало слюны вырабатывается, надо как-то смочить свой этот аппарат. Да, речевой. Поэтому вот такие дела. Что делать дальше? Мышцы у нас как-то ослабели. Ну, как себя поддержать-то? Опять же, наша любимая печень выбрасывает в кровь уже другой холестерин, который согревает мышцы, придает сил организму. Вот сколько органов у нас задействованы на отработку этого стресса. И дальше там уже другая сфера. Жизнестойкость поддерживает у нас еще и половая функция, которая в жестких стрессах, она просто отключает во время там экстремальных ситуаций, боевых действий и так далее. И в итоге получается, что мы-то, в принципе, живем в стрессогенном таком мире. Организм, да? изнашивается, да. И поэтому вот клетку, если взять по микробиологии, клетка вырабатывает специальный белок, который отстаивает вот эти границы, рубежи вот каждой клетки. Но ведь он затрачивает ее ресурсы. И получается, что если клетке положено по природе делиться столько раз, она уже израсходовала во время стресса свои запасы, то никакие экзогенные, то есть внешние силы ее не воскресят. Поэтому главное, чтобы стресс не был слишком сильным. Жизнь невозможна без стрессов, но нужно, если произошло какое-то такое событие, нужно отдохнуть. Быть более экологичным к себе, да? Ну да, можно, да, так сказать. Поэтому вот возникают такие следующие уже факторы психологические, да, то есть мы видим, как изнашивается организм благодаря стрессу, да. Вот, ну, конечно, прямо даже на клеточном уровне вы так увлекательно сейчас рассказали. Да, мне это все нравится, это изучать этот предмет. Да, дело в том, что мы, естественно, прикоснулись только к этой теме. А следующие моменты – это, конечно, психологические особенности. Наступает кризис вот этого возраста, когда он раньше, человек был на коне, как вы говорите, казаком, шашкой махал, я могу, я, а потом, ой… А потом, ой, ключи забыл в дверях, отключил утюг, выключил. А что это такое? Уехал в Москву, дверь открыта, звонят соседи. Да, ну я реально случай рассказываю. Вот, поэтому возникает такая пропасть у человека. Состояние беспомощности возникает даже, да? Он себя не может признать, он себя не уважает, он не может себя простить за вот эти вот вещи. Опять же, добавляю, что здесь проблема с кратковременной памятью. И, то есть он не адаптирован. Главная проблема пожилых людей и людей в возрасте старости – это нарушенная адаптация. Проблема адаптации. А теперь, вот смотрите, сейчас у нас идет век просто бешеной адаптации. То есть мы должны очень быстро приспосабливаться к быстро меняющимся экономическим условиям, политическим условиям. Поэтому у нас очень много в отделениях неврозов лежат, конечно, на всех остальных, да, да, отделениях. Да, и вот это еще это понимаем, мы не прекрасно. Считая алкоголизированных граждан, потому что некоторые просто не хотят идти к врачам, что-то рассказывать о себе, просто стакан на грудь, 100 граммов, и все. Да, зачем психолог, да, если можно выпить водки, да? И вот такая же проблема у пожилых граждан. Алкоголизация у них, она наступает, может быть, даже быстрее, и есть проблемы еще с сниженной критикой, когда вот, допустим, на консультации мы проводим беседу, ну, мужчина, вы там пили? Нет, не пил. Ну, простите, от вас идет запах. Ну, меня же угостили. То есть, если вас угостили, то есть вы считаете, что вы не пили. А сколько вы выпили? Да, например, бутылку на двоих. То есть вы считаете, что вы не пили? Это, конечно. Лена, скажите, пожалуйста, а вот как
правильно помочь пожилым людям адаптироваться? Что для этого мы, как дети вот этих взрослых родителей, можем сделать? Хорошо, да, спасибо за вопрос. Дело в том, что здесь основная проблема – это конфликты. Как они могут проявляться? Например, вы встаете утром на работу, пожилой человек тоже встает вместе с вами на работу. Вы идете пить чай, он вместе с вами. Ему нужна именно эта же конфорка. Вы идете в ванну, ему нужна тут же ванна. Вы берете газету, вам задают вопрос: слушай, а вот мне нужно это объявление, дай почитаю. Угу. Ну что это такое? Что-то такое, да. Да. Что не можешь дальше? Это желание, может быть, просто повзаимодействовать? Конечно. Зарядиться, дать себе какие-то расстановки на день, потому что он остается один, ему не с кем общаться. Поэтому главная проблема этого человека – отсутствие общения. Что делать? Что делать? Вы приходите домой, у вас, допустим, живет вместе с вами пожилой родственник. Считайте, что в какое-то время вы еще на работе, потому что это труд. Взаимодействовать с такими людьми – это труд. У них начинаются сосудистые изменения. Если у кого-то был инсульт, то это тоже уже изменения личностные уже идут. То есть любые проблемы со здоровьем вызывают проблемы изменения личности человека. Вот так. Что нужно делать? Одна из рекомендаций. Включайте телевизор, так. Выбирайте сериал, который более-менее вы можете смотреть, и начинайте обсуждать этот сериал. А ты видела, у нее такая юбка, а ты видела. Чтобы у человека создавалось ощущение того, что вот она жизнь, да, хотя бы вот здесь, вот на экране. У бабушки или у дедушки будет задание. Пока вас нет, этот человек будет смотреть сериал или с чем-то там сравнивать что-то там, что-то обсуждать. То есть мы о проблеме можем говорить в третьем лице. И, кстати, это также подходит и для подростков, и для детей, когда мы хотим обсудить какую-то тему, но напрямую не можем. Это же подходит к пожилым людям. Это же политическая информация. То есть взяли статью в газете, обсудили. Вот, и так далее, и тому подобное. Можно периодически звонить и спрашивать. Ты поел, ты попил. С пожилыми людьми лучше общаться через записки, а не через смски по телефонам. То есть вы написали от руки записки крупными буквами. Макароны в холодильнике, сковорода под, не знаю, там под зеленой крышкой. Вот. Что там, суп на плите. Вот. Чтобы человек мог уже прийти, прочитать, и сколько хватает сил, внимания, памяти, выполнить такие элементарные вещи, как, например, по самообслуживанию. Да? Да, лучше, конечно, не писать там с диаперечасными оборотами, что-нибудь покороче, какие-нибудь такие очень простые формулировки должны быть. По возможности, если человек активный, то, конечно же, его не изолировать от общения с внуками, с другими родственниками, потому что, мне кажется, это такого своего рода, пилюля, такая, витамин, потому что дети, они дают возможность увидеть через себя вот то, что жизнь продолжается. Дайте задание ему какому-то, он будет рад заданию. Пусть даже бабушка будет ворчать или дедушка, но это для него задание. Он на самом деле может радоваться, потому что он чем-то нужен. Если начинает ворчать, прибираться, говорить, как ему тяжело, как он устал, это тоже форма взаимодействия. Конфликты вообще, они неизбежны. Вот бывает так, что он выходит на конфликт, вызывает на конфликт, всех завел, все переругались, а ему хорошо. Ему хорошо. Хорошо. Помолодел на 10 лет. Вот. И говорят в простонародье типа вампиры. Ну, это, конечно, неправильно сказано. Это просто он почувствовал, этот человек, что сейчас он живет, потому что он может взаимодействовать вот в такой форме со всеми окружающими людьми. Притупляются чувства. Если у него активность, долговременная память, он себя вспоминает молодым. А в наше это время, то есть он себя вспоминает молодым, и у него это называется аффилативная потребность. То есть потребность в понимании, в сочувствии, в признании, которая в большинстве случаев может быть не удовлетворена. Вот хоть что ты сделай, там 500 массажей, 500 улыбок. Человек никак, ему все мало. Почему? Потому что он помнит себя молодым, активным, на коне, а сейчас он не может адаптироваться. Так только единственное, что общение, взаимодействие, взаимодействие в
выводить его куда-то в город, выводить на какие-то концерты. Нет, я не пойду. Мы можем встретить такую протестную реакцию. Я не пойду, легко. Я не хочу. Зачем мне это все? Нет, это не надо. Это может быть, с одной стороны, и кокетство, и страх, но если вот проработать эту ситуацию, то, конечно, можно найти варианты. Здесь самое главное в бесконфликтном взаимодействии вот 5 компонентов. Первое, это, конечно, когнитивное, то есть то, что я говорила, это и знание об этой ситуации, знание себя, знание своего близкого человека, пожилого, знание, куда его повести, знание, то есть вот нужно прозондировать ситуацию, представить то есть несколько вариантов. Себе надо признаться, что да, вот мои родители там да, дожили до такого времени, когда они сейчас будут нуждаться в моей помощи больше, чем я нуждаюсь, например, как бы в их помощи. Да, и это нужно принять. Это нужно принять. Это тоже, кстати, очень сложная такая, да, сложный процесс принятия, потому что мы же все время дети, да, и как говорят, что вы будете детьми до тех пор, пока живы ваши родители, да? Да, это тоже. А тут вдруг родители принять. Превращаются в детей, и мы меняемся ролями. Да, но они также могут быть беспомощными и в то же время командовать. Ты не так посадила лук, ты не так там сделала то-то, или ты неправильно прибил гвоздь, посмотри-ка, у тебя шторы отвалились, а ты одела белье, там теплое, пошла на улицу, и людей, которым там 60 лет, они говорят, ну, слушай, уже сама на пенсии, ну что ж ты мне такие слова говоришь? А скажите, пожалуйста, вот, а каким образом можно разворачивать вот, пожилых людей в свою сторону, чтобы вот их, чтобы вот эти моменты инфантилизации, да, как можно дольше отложить? Да, я бы хотела дальше продолжить вот эти особенности, то есть я бы хотела обратить внимание на ценностные установки, то есть важно внутри понимать, что, что ваш родственник, он ценен для вас, он вас родил. Вот, поэтому это один из факторов бесконфликтного взаимодействия. Далее, конечно, юмор, разговоры в третьем лице. То есть для того, чтобы то есть искать какие-то позитивные моменты. Но здесь важно что отметить. Вот если у человека активно, вот там есть префронтальная зона в коре головного мозга, вот если активно там одна зона с негативным фоном, ну что здесь делаешь? Он будет все время ворчать. Вот, знаете, такое бывает, патологические ворчуны, ворчит, и все не так, и это не так. И суп невкусный, посолили, суп пересолили, насоли сам. А что ты мне сам даешь эту соль? Вот найдется миллион всяческих вещей. Ну, мы это должны просто понимать, это что это понимать. Особенность, да, да, вот именно такого понимать. Процесса старения этого человека, да? Да, то есть это понимание, то есть, и пожалуйста, не начинать когнитивное... заниматься самоедством, нет. Да, вот этим? То есть, что-то я делаю не так. То есть знания, ценности. Следующее, мы говорим также о воле. То есть нужно себя уметь сдерживать. А воля когда у нас формируется? В детстве формируется. Поэтому все с детства. Если у человека слабо выражена воля, то он маловероятно будет стремиться к бесконфликтному взаимодействию. Это особенности личности уже. Да? И если личность трудно поддается психологической коррекции после 55 лет, а пожилые родители, нет, родители в возрасте старости и пожилые дети, то это, конечно, очень гремучая смесь. Конфликтогенная, я бы так очень, сказала. Да, да. Важно понимать. Следующее, поведенческое. Важно знать, какие модели поведения возможны. Нельзя драться, нельзя обижать пожилого человека, стукать унижать, его, там, оскорблять. Унижать. Это неприемлемо. Игнорировать его потребности, слова. Вот как-то. И следующее, конечно, рефлексивное, последнее, пятое, это мы говорим о самоанализе. Как я себя повел в данной ситуации, чтобы, допустим, ой, я вспылил. Да, можно извиниться, а можно сделать вид, что да. Да, игнорировать, сам виноват, но зачем? Да, зачем обижать своих такого родителей. Возрастного человека, да. Вот так вот, пожалуйста. Поэтому, конечно, это внутренняя организация, понимание того, что старость неизбежна. И если нам повезет, мы доживем до старости. Надеюсь, надеюсь. Очень хочется пожелать всем слушателям тоже такой, причем активной старости. Знаете, хочется, чтобы она была яркой, несмотря ни на что. Хочется, чтобы она была такой продуктивной. Я слышала такие истории, и надеемся, что сегодня наша программа «Практическая психология», где мы говорили об ответственных детях, взрослых родителей,
кто услышал, будет полезно, и вы примите это к сведению. Елена, спасибо большое. Ну, а я, наверное, в завершение зачитаю. Ты спрашиваешь меня, каков самый долгий срок жизни? Жить, пока не достигнешь мудрости. Не самой дальней, но самой великой цели. Тут уж может смело хвалиться и благодарить богов или богов и пребывать среди них, ставить в заслугу себе и природе то, что ты просто был. Так вот, когда ты просто был, это тоже целый процесс. И поэтому мы помним о том, что каждому из нас, дай Бог, да, прожить старость яркую, увлекательную, интересную. Спасибо большое. Сегодня у нас был практический психолог Елена Емельянова, и мы еще раз говорили об ответственных детях и взрослых родителей. Всего доброго. До встречи. Всего доброго. Практическая психология.